Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на Родина РП, Центральный округ, мы здесь Кирилл Подбулови. Не забывайте вводить мой ник при регистрации. Также можете вводить мой промокод на 6 уровне. За все это вы получите очень хорошие плюшки, вся информация есть в описании под видео. И сегодня я хочу поехать в больницу и вообще посмотреть, что там изменилось, потому что, чтобы вы понимали, я 4-й ранг в больнице, и я там не был уже где-то месяца 2. И поэтому я хочу поехать, посмотреть, что там изменилось, что там мне скажут вообще. Мне кажется, там даже лидер уже поменялся, потому что, ну, прошло как бы много времени. 2 месяца точно я там не появлялся вообще. Но сегодня поедем, посмотрим, что там изменилось. Кстати, я убрал зиму полностью. Как бы это можно сделать, если что, в лаунчере. Там просто выбираешь галочку «Убрать снег» и все. И у вас будет лето. Просто лично мне как бы зима уже надоела. Я решил сделать лето, и я считаю, что я сделал правильно. Так, пацаны, все, я, короче, приехал. Получается, это больница Арзамаса именно. Есть больница Южного, есть больница Арзамаса. Я работаю именно в больнице Арзамаса. Ну как работаю, блин? Как бы я в этой больнице числюсь, но я здесь не работаю. У нас вот здесь такие вот машины есть. Кстати, блин, я бы хотел Мерседес этот взять, но, скорее всего, за него мне дадут пизды. Ну, я думаю, я ж ничего страшного не сделаю, то, что я его взял. Так, я не могу его брать, потому что, как бы, я не вышел на работу. Хорошо, допустим, я сейчас выйду на работу, и мы попробуем, как бы, взять этот Мерседес. Хотя бы немножко прокатиться, потому что, ну, мне интересно, как он едет просто. Кстати, блин, голосовым чатом мало кто пользуется, это реально меня немножко раздражает, потому что... Как бы, зачем писать, если можно как бы сказать просто, и все. Ваш ранг достаточно высок. Пиздец просто. Питбулов ко мне в кабинет. Что-то он неправильно читает. Ну ладно, давайте сходим к нему в кабинет и посмотрим, что он нам скажет. Вот реально интересно. Меня не было в больнице 2 месяца. Вот что он мне может сказать? А где у него кабинет, я, конечно же, не помню, но в принципе, ладно, давайте сбегаем. Какой-то вообще челик качает... Тихоря по духу. Нихуя себе, ебать. Вот это, ебать, подробности, нахуй. Блин, я не понимаю, почему голосовым чатом не пользуется. Ну, зачем писать? Папа кричит. Ой, блядь, ну это, конечно, смешно, пацаны. В больнице, конечно, всегда трэш происходит. Бля, пусть он меня просто уволит и все. Ну, я так понял, он меня позвал, чтобы уволить, потому что, ну, я не появлялся в нарколах. Верно, давайте напишем. Я просто не понимаю, чего он от меня хочет. Как бы, я нарколах и... У меня 4-й ранг, кстати, да, пацаны, кто не видел, давайте я вам покажу. Статистика, вот, я действительно работаю в больнице, Арзамаса, и у меня 4-й ранг нарколога. Я до сих пор не выключил график обеда и рабочего дня. Давайте напишем, откуда вы знаете. Я же, блядь, только зашел, блин. То, что я не появился 2 месяца, я так понял, его не смущает. Ну, конечно, жестко. Я, пацаны, просто в шоке, реально. Прогуливайте рабочий день. Ну, я так понял, типа, ну, мне пизда, короче. А если я уволюсь в больнице? Просто, ну, блин, я как бы в этой фракции, мне здесь неинтересно. Давайте напишу, можете меня уволить по собственному желанию, потому что, ну, как бы мне в больнице делать нечего, пацаны. Как бы, да, это прикольная фракция, но я, скорее всего, хочу пойти просто в ОПГ, либо в мафию, если она здесь есть, конечно. Я думаю, так будет намного интереснее мне и вам, потому что в больнице, по сути, ничего не происходит. Ты либо возишь медикаменты... Либо просто так. Все, меня, короче, уволили, пацаны. Теперь я свободная птица, и можно будет идти, как бы, в какую-то криминальную организацию. Я, кстати, пацаны, хочу научиться блюстешить, и я сейчас пробую это делать. Давайте я вам просто покажу, что я уже научился за минуту делать. Ну, типа, я знаю то, что нужно, типа, прицел, выстрел, присел. Это все, что я знаю, поэтому давайте попробуем блюстешить. Плохо получается, конечно, но, бля, надо постараться научиться. Ну, блядь, давай, подряд надо хотя бы 3 пули пустить, и будет нормально. Бля, у меня шуки болят уже, блин. Как вы плюстешите, я не понимаю просто. Для меня это что-то сверхъестественное, серьезно. Оп, 3 пули подряд, пацаны, было. Ну, конечно, это не сильно быстро я делаю, но, блин, согласитесь, то, что это уже неплохо. А, блин, как вы так быстро делаете, сука? Я уже заебался. А вы там просто так жестко видел плюстешите некоторые. Сука, какая же это хуйня, блядь. Кто это придумал просто? У меня не получается, сука. Так, выстрел сел.
Не, ну пацаны, это короче дрочка, ебать. У меня не получается, но я буду стараться учиться, поэтому, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.